Чемпионат России женских команд Высшая Лига Б. Полуфинал первый тур. Встречаются команды Ярославна ТМЗ Горовской Парус и Луч Москва. Исполняется гимн Российской Федерации. Матч судей. Первый судья. Судья высшей лиги В. Алексей Данилов. Город Воронеж. Второй судья. Судья высшей лиги В. Михаил Ткачев. Город Ленинград. Судья лиги. Андрей Родин. Город Смоленск. И Евгений Кузьменко. Санкт-Петербург. Секретарь матча Дмитрий Чулпан и Александр Маркелов, Москва. Главный судья круга, судья всероссийской категории Эдуард Морозов, город Курск. Судья эксперта круга, судья всесоюзной категории Михаил Сердюков, Москва. На площадку приглашается стартовый состав команды Ярослава. Первый номер. Капитан команды Елена Качанова. Второй номер Екатерина Кузнецова. Девятый номер Анастасия Акисанова. Десятый номер Валерия Пушкина. Шестнадцатый номер. Второй номер Анастасия Кирова и восьмой номер Анна Гришниченко. Главный тренер команды, мастер спорта СССР Владимир Пилипенко. Команда «Луч» начинает наш следующий состав. На площадку выходит первый номер. Костя Кузнецов, третий номер Ирина Полынка, капитан команды, пятый номер Анастасия Стальная, седьмой номер Светлана Гаршина, десятый номер Мария Воробьева и тринадцатый номер Елизавета Котова, четвертый номер Игорь.
лидера команды Екатерина Климина. Главный тренер команды. Заслуженный мастер спорта Светлана Сокровна, старший тренер команды. Руслан Милов, тренер команды. Мастер спорта. Заслуженный тренер России Надежда Шевикова. Yeah.
Технический тайм-аут. Thank you.
did not fit. Dein Hauptmann ist gut. Thank you.
tenemos el agua marca y el agua.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
счет партии 1-1. Thank you.
caméra à moins de rouge. Le prochain cours, on est de l'énergie.
Thank you.
Doamnă Cipri Alinăcu. Thank you.
Thank you.
19-19. Time out, команды, на
17-20. Второй тайм-аут команды «Биатлон». Thank you.
Да, пожалуйста.